Вот уже где-то, наверное, неделя прошла, где я больше ничего не сообщала. Не делала видео. Последнее, что было видео, нам подбросили котят в очередной раз. И с этим как-то вот нужно было даже, честно говоря, справиться. Потому что я, честно говоря, даже не знаю, расстроена, раздосадована, злая или что там, да. Ну, вот такие у меня негативные все чувства. Потому что все та же история, да. Опять подбрасывают котят, опять ни одного. Даже, да, раньше как-то по одному было, сейчас уже по два, потом сейчас уже по три. Я думала, один котенок, сейчас опять оказалось. И не два даже, а даже три оказалось. А в следующий раз что будет? Будет пять или сколько? Я вообще не знаю. Вот это мне, конечно, очень... Ой, там трактор какой-то стоит сейчас. Мои не буду там гавкать. Разбрасывают навоз. Вот, так что опять, конечно, расстройство. Расстройство. Это ничего не связано с тем, что я к этим животным испытываю что-то негативное. Это просто то, что люди так поступают. И по котятам уже видно, что мать у них одна, что и у тех, которые у меня были. Ой, там еще и собака есть. Мони варте. Там же еще. Похоже, все те же люди, да? Просто очередной помет, как бы. Бонни! 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 Вот что-то делают, ты посмотри, а? Бонни! Бонни, Кере! Бонни! Ну что ж такое-то? Такую большую собаку угнали. Черти. Маленький. Бонни, ты что вытворяешь? На, вот. Хорошо, не гавкают, смотрю, сейчас не стали гавкать на людей-то. На комп. Ну, выгнали собачонка куда, посмотри, что делается. Собачонок такой большой, бежал от моих банды. Ну, не гавкали, это хорошо. Вот, короче, ну, посмотрите, что творит эта Бонни, значит, ее сегодня купать надо. Все равно нужно профилактически сейчас искупать их. Ой, шампуня хватит мне. Потому что у этих трех столько вшей, как у тех первых. Хотя, хочу сказать, у тех было еще больше. Тех двух, которых вот тогда, которые у меня погибли. Вот, похоже, мать у них одна. И у тех, и у этих. В общем, одни и те же люди мне подбрасывают, да? Что творится. Дожди шли, мы из дома не выходили. А сейчас котята мне прям простудилось. Ну, что нужно на улицу приучать, да, выходить. Туалет делать. Вот и... Выскакиваю без конца, сейчас простудилась. Вот, так что сейчас занимаюсь котятами, да? Котятами как-то их приучать нужно. Смотреть, чтобы все дружили. У меня Кеша очень такой своеобразный, он, как сказать, айфержуфтихта. Как бы ревнует, очень ревнивый. Он и другим собакам ревнует меня, да?
Вот, и довольно трудное, то есть он еще как бы на них порыкивает, да, ну, вроде он подходит к ними нормально, а иногда вот это вот ревнует, показывает это, да, типа, не подходи в таком духе. Ну, никогда не знаешь, что вдруг какие части там лежат от машины или что там. Сейчас все, короче, лужи, сейчас все будем купаться. Ой, ну все равно нужно будет сегодня для профилактики помыть, на всякий случай. Вроде как всех выловили в шей. Блох, вот что-то тут встало, все слова. Вот. Ну так, конечно, у меня немножко такое состояние, как бы меня перед фактом поставили, что теперь у меня еще три кошки, да, опять. А дело в том, что не просто что подбросили, что теперь три кошки, три рта еще, да, типа дополнительных, три раза тройная порция какашек еще, да, которые нужно будет убирать там первое время, и потом там в саду наверняка и прочее. Ну, это хоть поменьше, но все тем не менее, да, сколько... Вот. Ну и кормить же всех надо, и потом к врачу, и то, и все, не дай бог, что случится, вот это вот все, да. Вот. Привязываешься, потом страдаешь, не дай бог, что-нибудь погибнет, машина переедет. Блин, ну вот это все. Тем более уже вот Бьянку как-то, как я тяжело переживала, что я потеряла. Сколько денег на нее было потрачено, вот это вот. Дело вот и не в деньгах, как бы, да, ну и просто как бы вкладываешь это все, да, там в них чувства и привыкаешь, и не знаю, потом раз их нет, и все, вот это все тяжко. Поэтому у меня немножко такое настроение пессимистическое более преодолевает. Положительные эмоции, да, радости у меня как таковой нет. Вот, но это не говорит о том, что я уже их не люблю и все это, да. Дала объявление, конечно, что вроде как ищется еще, ну, и люди даже находятся, которые интересуются, ну, 200 километров, которые живут далеко, то есть не приедут. В общем, спрашивали, раза три уже спрашивали из немцев. Вот, ну, далековато ехать, так вот, за котенка там, наверняка и в деревне найти, в каждой можно сейчас полно. Вот. Хорошенькие, конечно, уже видишь, какой характер у кого, как себя ведут, кто посмелее, кто понаглее. Вот котик и две девочки. Котик вообще забавный такой. Вот. В общем, и, конечно, уже начинаешь привыкать, и собаки уже как-то это самое, да, уже развлечения, все бегут смотреть, как они проснулись. Ну и такой эффект, конечно, дежавю, как я уже говорила, это что как бы повторение того, что у нас уже было недавно, так еще свежо. Ну, что творится в вагоне? Чушка. Вот. И вот как живем теперь, как в зоопарке. Вот не думала, конечно, что так вот прямо, да, как-то. А сейчас прям сижу и уже вхожу в категорию этих женщин с миллионом собак и кошек. Что меня тоже не особенно радует, какой сразу такой негативный эффект. А что вот поделаешь? А куда? А что? И как-то вот чувствуешь себя, конечно, незащищенным, да, что тебе каждый вот так подбрасывать сможет, наверное, используя что. Скажет, ну, они, не знаю, они, может быть, и в этом смысле не по злому, а, типа, ну, хорошую жизнь котятам устроили, типа, так бы они погибли. Ну, вот как вот тут говорить о чем, да? Трудно очень. Вот. И, наверное, где-то права, а с другой стороны, так ли они думают, я не знаю, или просто избавиться, могли бы и убить на месте, в принципе. Так, как многие делают, кидают котят об стенку и привет. Вот, после рождения сразу хлобысь об стенку и все. Проблема решена. И так делают каждый раз. Это мне рассказывали, это я не выдумываю, это мне рассказывали, так делают на самом деле. И каждый раз, вместо того, чтобы один раз пойти кошку стерилизовать. Дорого опять же стоит, да? Дорого опять же стоит. Ну, сколько я Лолочку? 42 тысячи заплатила. 44 тысячи. 50 сказали, 44 я заплатила. Ну, очень много.
для собаки, ну для кошки там, по-моему, видела, писали 20 тысяч для девочки, 10 для мальчика. Вот, ну опять же, везде по-разному. В общем, дорогое удовольствие для местных тоже, что я тоже понимаю, конечно, так они эту проблему не решат, и все будут подкидывать кому-то вот своих котят. Надеюсь, что с ними нормально. Что передают свои проблемы на плечи других. В общем, решай, как хочешь. Большую собаку угнали. Черти. Маленький. Вонь, ты что вытворяешь? Хорошо, не кавкают, смотрю, сейчас не стали кавкать на людей-то. На комп. Вон, выгнали собачонка куда, посмотри, что делается. Собачонок такой большой, бежал от моих банды. Ну, не кавкали, это хорошо. Вот, короче, посмотрите, что вытворяет эта Бонни. Это значит, что ее сегодня купать надо. Все равно нужно профилактически сейчас искупать их. Ой, шампуня хватит мне. Потому что у этих трех столько вшей, как у тех первых. Хотя, хочу сказать, у тех было еще больше. Тех двух, которых вот тогда, которые у меня погибли. Вот, похоже, мать у них одна. И у тех, и у этих. В общем, одни и те же люди мне подбрасывают. Да? Вот, что творится. Дожди шли, мы из дома не выходили. А сейчас котята мне прям простудилось. Ну, что нужно на улицу приучать, да, выходить. Туалет делать. Вот и выскакивает без конца. Сейчас простудилась. Вот, так что сейчас занимаюсь котятами, да? Котятами как-то их приучать нужно. Смотреть, чтобы все дружили. У меня Кеша очень такой своеобразный, и он, как сказать, как бы ревнует, очень ревнивый. Он и другим собакам ревнует меня, да? Вот, и довольно трудно. То есть он еще как бы на них порыкивает, да? Ну, вроде он подходит к ним нормально, а иногда вот это вот ревнует, показывает это, да? Типа, не подходи в таком духе. Ну, никогда не знаешь, что вдруг части там лежат от машины или что там. Сейчас все, короче, лужи сейчас все будем купаться. Ой, ну все равно нужно будет сегодня для профилактики помыть, на всякий случай. Вроде как всех выловили вшей. Блох, вот что тут стало, все слова. Вот. Ну так, конечно, у меня немножко такое состояние, как бы меня перед фактом поставили, что теперь у меня еще три кошки, да, опять. А дело в том, что не просто что подбросили, что теперь три кошки, три рта еще, да, типа дополнительных, три раза тройная порция какашек еще, да, которые нужно будет убирать там первое время, и потом там в саду наверняка и прочее. Ну, это хоть поменьше, но все тем не менее, да, сколько. Вот. Ну и кормить же всех надо, и потом к врачу, и то, и все, не дай бог, что случится, вот это вот все, да. Вот. Привязываешься, потом страдаешь, не дай бог, что-нибудь погибнет, машина переедет. Ну вот это все. Тем более уже вот Бьянку как-то, как я тяжело переживала, что я потеряла. Сколько денег на нее было потрачено, вот это вот. Дело вот и не в деньгах, как бы, да, но и просто как бы вкладываешь это все, да, там в них чувства и привыкаешь, и потом раз их нет, и все, вот это все.
тяжко. Поэтому у меня как, немножко такое настроение пессимистическое более преодолевает. Положительные эмоции, да, радости у меня как таковой нет. Вот, но это не говорит о том, что я уже их не люблю и все это, да. Дала объявление, конечно, что вроде как ищется еще, ну, и люди даже находятся, которые интересуются. Ну, 200 километров, которые живут далеко, то есть не приедут. В общем, спрашивали раза три уже, спрашивали из немцев. Вот, ну, далековато ехать так вот за котенка там, наверняка и в деревне найти, в каждой можно сейчас полно. Вот. Хорошенькие, конечно, уже видишь, какой характер у кого, как себя ведут, кто посмелее, кто понаглее. Вот котик и две девочки. Котик вообще забавный такой. Вот. В общем, и, конечно, уже начинаешь привыкать, и собаки уже как-то это самое, да, уже развлечения все бегут смотреть, как они проснулись. Ну и такой эффект, конечно, дежавю, как я уже говорила, это... что как бы повторение того, что у нас уже было недавно, так еще свежо. Ну, что творится? Ой, Коня, чушка. Вот. И вот как живем теперь, как в зоопарке. Вот не думала, конечно, что так вот прямо, да, как-то. А сейчас прям сижу и уже вхожу в категорию этих женщин с миллионом собак и кошек. Что меня тоже не особенно радует, какой сразу такой негативный эффект. А что вот поделаешь? А куда? А что? И как-то вот чувствуешь себя, конечно, незащищенным, да, что тебе каждый вот так подбрасывать сможет, используя что. Скажет, ну, они не знают, они, может быть, и в этом смысле не по злому, а типа, ну, хорошую жизнь котятам устроили, типа, так бы они погибли. Ну вот, как вот тут говорить о чем, да? Трудно очень. Вот. И, наверное, где-то права, а с другой стороны, так ли они думают, я не знаю, или просто избавиться, могли бы и убить на месте, в принципе. Так, как многие делают, кидают котят об стенку и привет. Вот, после рождения сразу хлобысь об стенку и все. Проблема решена. И так делают каждый раз. Это мне рассказывали, это я не выдумываю, это мне рассказывали, так делают на самом деле. И каждый раз, вместо того, чтобы один раз пойти кошку стерилизовать. Дорого опять же стоит, да? Дорого опять же стоит. Ну, сколько я Лолочку? 42 тысячи заплатила. 44 тысячи. 50 сказали, 44 я заплатила. Ну, очень много для собаки. Ну, для кошки там, по-моему, видела, описали 20 тысяч для девочки. 10 для мальчика. Вот, ну, опять же, везде по-разному. В общем, дорогое удовольствие для местных тоже, что я тоже понимаю, конечно, так они эту проблему не решат, и все будут подкидывать кому-то вот своих котят. Надеюсь, что с ними нормально. Что передают свои проблемы на плечи других. В общем, решай, как хочешь. Вот поставишь камеру, да, наблюдение. Ну, а что дальше? Ну, ты поймаешь того, кто... Узнаешь, кто тебя подбрасывает, а дальше что? Вернуть ему обратно, чтобы он тут же их прибил? Или бросить еще куда-нибудь, и в лесу там, или что, пока они погибнут там голодной смертью, или пока их кто-то не подберет, или кто-то съест. Вот что делать? Вот. Так что теперь большая кошатница и собачница стала. Никогда такого плана у меня в жизни не было. Но вот здесь на земле я могу... Для меня было две собаки с кошкой, уже было слишком много, тем более вот когда в городе, да, в Швейцарии, это было мне, конечно, много. Очень трудно, уже как-то бросается в глаза, как бы, да. Две собаки, и плюс еще кошка. Вот, а здесь... Здесь, ну, скажешь, ну, ладно. Да, ладно, там две собаки, две кошки, там в таком духе как-то еще максимальные где-то такие вот представления, да. Все, что выше двух, это уже, в принципе, перебор. Вот.
Ну, вот такой перебор тебе. Даже страшно считать их, сколько их теперь, да? 5 собак. И 4 кошки. Это же с ума сойти. Вот. Ну, естественно, маленькие лопают за больших. Им только подавай. Уже начинаешь считать, думаешь, господи, а сколько же их нужно будет им всем еды. Они еще сейчас маленькие, да. Ну, вот как у меня были Анушка с Настенькой. Тоже подрастать как стали. Вон, как они... Много уходит еды, конечно, на них. Вот. Ну, а когда кошки голодные, там уже все. Собак они еще потерпят, подождут, а кошки все, им подавай, и все, давай, или сейчас, или никогда. Вот, так что вот так вот. То есть уже такие из практических соображений уже, конечно, тяжко. Ну, это, конечно, все угнетает. И вот не только сам факт, что это все вот так произошло, а то, что еще на фоне то, что произошло, и как они у меня погибли, и как я к ним уже привык, и принял, и привязался. И потом, когда они у тебя на руках умирают, и ты ничего не поделать не можешь, буквально на глазах. Вот это, конечно, ужасно. Тогда я пережила смерть вот этих котят одного за другим. И по непонятным причинам, так неожиданно. Вот, и у меня это все перед глазами стоит, конечно. Я смотрю на них, я их глажу, я с ними играю. А вот такая вот все, у меня такие грустные мысли. При этом, при всем, что как бы... Нет, не такая просто радость, а вот просто на фоне ожидания какого-то горя, что ли, я не знаю. Уже боишься там. Просто вот... Просто радоваться. То, что есть, отравляет все. Вот это вот сознание, что с ними может случиться. И... Вот. Ну, у них, конечно, все хорошо. И теперь вот трудно будет их отдавать, если даже кто-то найдется. Разрывать их тоже как-то, опять же, не хочется всегда. Все-таки они такой вот компании, конечно, им... У них там, конечно, свои разборки, да, кто шеф у них там, кто что, да, но все равно они там поругаются, вот мальчишки между собой чего-то там не поделят, да, кто у них главный, и потом они играются с друг другом, да, и вполне нормально все. Вот. И вот это, конечно, мне... Конечно, мне это самое... Разрывать уже не захочется их потом. Василек почувствовал, что у нас... Нужно о себе напомнить, что он тут тоже живет. Как тогда, две вот другие были то же самое, да, он так презент был такой, как бы, все время здесь был, да. Вот, неожиданно так он меньше был, а тут он стал чаще находиться в доме, чтобы застолбить свое место, наверное, как-то. То ли он чувствует себя как-то подкрепленным, что его кошачьего племя там прибавилось, и вроде как... Может быть, он себя так лучше чувствует даже, но он с ними так, он с ними прохладненько. Но он их принимает, то есть он их так понюхает, все нормально, да. Даже пытался сегодня с одним играть, но, правда, своими такими острыми коготочками. Боюсь, маленький не поцарапать, не меня царапает страшно, он когти не регулирует, Василек. Вот, ну, сидит сейчас, даже улегся сегодня вообще в кровать. Вот. Улегся вообще в кровать. У меня вот батарея садится. Мы сейчас пойдем уже обратно. Мне далеко. Что-то я так сейчас далеко уйду. Мне что-то слабовато. Я с этими пробежками на улицу. В халате обратно. В халате обратно туда. Сюда. То с одним, то с другим. То с тремя. Вот. Сейчас немножко приучу их. Посмотрим, как дальше будет. Отдавать их не знаю, как буду, если кто найдется. Вот. И держать столько много тоже не хочется. И это ведь не в первый раз. Уже сколько котят уже было подброшенных. Начиная с первого дня, как я вообще сюда в дом приехала. Это был первый котенок, который мне стоил 100 евро в месяц. Потому что мне нужно было уехать, а котенка нужно было здесь кормить. И у меня там почти 2 года таким образом
кормили без меня. Вот. Это был первый котенок. Потом он пропал. Из-за Илиуса он боялся приходить в дом, когда с Илиусом приезжали. И несколько раз пришел ко мне на чердаке, полоскался, потом как-то он пропал. Это вот был первый котенок. Второго подбросили вообще изуродованным каким-то всем больным. Уже рожденный больным дефектом. Он у меня буквально на вторую ночь умер. Прямо около меня в постельке похоронили. Вот. Потом Бьянка. Бьянку подбросили. Ну, вот она у меня долго жила и погибла под машиной в Швейцарии. Ты об этом, кто смотрел раньше мои видео, там знает. Вот. Ее смерть я, конечно, очень-очень переживала. Она у меня была дольше как бы всех. И умница такая была. Вот. Красивая тоже очень была кошечка. Вот. После этого тут были еще какие-то у нас котята. Да, потом было еще одного котенка подбросили. Я умудрилась ее отдать немцу, потому что я приезжала буквально на месяц сюда. Вот. И никак не могла везти в Швейцарию. Ну никак, куда там, кто знает, как, где жила и как. Места там недостаточно было. И дорога там рядом, да, то есть Бьянка, вот она как-то смотрела и все равно погибла, да, и еще одну кошку я туда не хотела брать. И нашелся немец, который взял ее, котенка. Вот, так что я отдала. Сейчас эта кошечка, кстати, в Германии. У нас, ну, не знаю, насколько правда, но когда я с него встречала, он сказал, что кто-то из его семьи забрал его в Германию. Наверное, будет хорошо там с котенком, надеюсь, может. Уже и не живет, но я не знаю, но во всяком случае более-менее, по-моему, устроен, но я не знаю точно. Вот. Потом кто еще был подкинут? Вот, вот эти две сюсечки, две, которые погибли. Вот вроде, кажется, все, да. Да, вроде все. Ну вот все подброшенные. Все подброшенные были. А, Василек, да, естественно, Василек еще тоже. Вот. Сколько сейчас ему, наверное, года 3? Васильку. Или 4 уже скоро. Вот так вот такие вот тут дела. Ничего больше не случается. В огороде еще ничего не делала. Шли вот сейчас дожди. Топлю сейчас печку, пока смотрю, чтобы пока газом не топить. Цены поднимаются, не знаю, что ожидать. Потом будут такие сюрпризы. Пока дрова есть, тем более у меня там много. На горы навалены, там нужно будет все как раз и расчистить. Вот я сейчас не жалею, топлю. Дерево теплоприятное, в общем-то. Вот. И очень приятное, ну, действительно приятное тепло. Когда и свежесть есть, и тепло есть одновременно. Довольно-таки приятно. Печка хорошо топит, стоит долго, дает тепло. Вот, так что сейчас я и подтапливаю. Вот сегодня, не топлю, сегодня тепло как-то немножко. Хотя я уже надела пуховую куртку, но я сейчас приболела. Куртку и шарфы. Вот. Ну и вот надо собачек было вывести, потому что из-за котят мы вообще никуда не выходили сейчас. И опять же самочувствие, и дожди, и все вместе, поэтому сидели все дома около печки. Вот такие вот дела. Это все компании в сборе. Даже Василек у нас дома и лежит даже вот на коврике перед входом. Вот такая идиллия прямо тут у нас, собачья, кошачья. Да? Да. Угу. Вот. Вот так вот. Да, Василек? Как тебе это нравится все?
Как это кому нравится? Как это кому нравится, мои хорошие? Вот так вот. Солнышко сегодня светит. И там еще кто-то маленький у нас. А кто-то малюка такая. Давай, беги. Уже бегают за мной по всему саду. За мной боятся отстать. Прошел третий день. Тут там уже играется с опавшими листочками. Да? Да, после прогулки-то проголодались. А там надо нам всегда еды закупить. Вот, еды нету. Чем кормить буду. Обязательно съездить после обеда. Да, да, за тенью бегаешь. Тень, да, от телефончика. Угу. Вот, ну, Василек вообще. Тоже интересно, как он себя ведет, да, сейчас. Прямо дома сидит и никуда. И даже в постельке улегся на диване. Обычно повыше ложится, чтобы... Ну, чтобы никто не мешал из собак. А тут вот, пожалуйста, хозяин тут у нас теперь. Паша такой лежит. Потому что свое хозяйство появилось кошачье, да? Кем командовать можно будет. Вот так. Вот. Вот так вот. Конечно, не так все плохо, Василек, да? Напоследок пока ты, Леша, у меня здесь лежит. Домой сладенький. Ты у меня тут лежишь. Молодочка. Мы сейчас в дом попрыгали, наверное, да? Посмотрим. Хлоркой нас воняет здесь, да, Вик?